На телеканале «Атамекен Бизнес» главные новости, в студии Константин Харламов. Доброе утро. В Астане на территории Казнии по улице Акжол прогремел взрыв. Причиной стал пожар, в результате которого взорвался резервуар с газом, сообщает пресс-служба столичного департамента ПУЧС. Звонок на пульт 101 о пожаре по адресу Акжол 26 поступил накануне вечером. Через 5 минут на место прибыли дежурные подразделения службы пожаротушения. На территории Казнии горела деревянная хозяйственная постройка. В результате утечки газа произошло возгорание наполнительной емкости. В ходе тушения пожара пожарными было вынесено 25 газовых баллонов, проинформировали в ДЧС Астаны. По данным спасателей, пожар ликвидировали в 21:30. Его причина выясняется, жертв и пострадавших нет. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 31 человек личного состава.